Вот парни говорят, вульгарно чуть-чуть или что-то. Они дебилы. Каким звуком запикивать твои маты? О! Макс, братан, привет. Твой синий рэбел на Рубика стоит. Всем приветики, ребят. Это не первый и не второй товарищ. Сегодня мне позвонил, написал за день и говорит, что видел такую же машину в таком же цвете. А это значит, что мы едем к Диме, который разрабатывает нам уже с месяц дизайн машины, цвета, прорисовывает все. И мы сейчас вместе выберем с вами и оклеим нашу машинку. А будем самые модные, самые красивые. Таких звонков больше не будет, я уверен. Будем выделяться, как-никак, забрендированный автомобиль должен выделяться, да? Автолицо компании. Наваливаем дальше. Всем доволен после Абартика, а сегодня я вам его покажу еще. Небо, земля, конечно, потому что на Абарте, на подвеске на моей нужно тщательно всматриваться в покрытие дорожное. Не дай бог ямка, да, моя подвеска не прощает ошибок. На Рэбеле же вообще срать, ездишь там, где хочешь, куда глаза глядят и не глядят, везде проезжаешь. Всем доволен, потихонечку планируем экспедиции, Дагестан, Чечня, очень жду, много там знакомых товарищей живет, мне очень все нравится по машинке. Касаемо езды по городу, парковок, вообще абсолютно комфортно себя чувствую в центре. По бензику как тебе? Сколько? По бензику, блин, ну по городу от 20 до 22, наверное, 23, в зависимости от вашей езды, от вашего стиля. Вот, у меня стиль как бы довольно-таки, ну, не агрессивный, а, ну, на движухе постоянно. Динамичный, я бы сказал, вот так, динамичный, да. Не то, чтобы наступаю везде, там, шашки всякие, не, вообще. Эта машина не провоцирует, но после того, как я поставил Борло, я вам покажу. Эту Борло, да, звук очень крутой, V8 раскрылся, это не первый V8, который у меня был. Да, после SRT 1 и VK2, я знаю, как он должен звучать. У меня была тайм-атак на SRT, а здесь же я поставил S-Type, вообще офигенно. И на низах, как бы, и на верхах, она именно вот бурлит, как должна, как американский настоящий двигатель, меня максимально вообще устроил. Погнали в АДС. Алло. Алло, здорово, я тебе мигаю, что ты вообще подлетел меня, и все. А ты в контакте сейчас? Бро, нет, я на работе, тут ковыряюсь тачульки свои. Помыл. Я прям смотрю, твоя машина, синий Рэм. Прилетел на меня, не здороваешься. Ну ладно, я обозначу. Ты не первый, кто звонишь. Давай, бро, попозже наберу, ага. Ну все, давай, давай. Короче, мы приехали в АДС к Димаську, братульке нашему. Дима покажет нам, как это смотрится в матовой пленке, как в глянцевой. Хоть лепишь, какая нахуй матовая пленка глянцевая, что я тебе покажу. Давай заново, короче. Зачем? Да не, ну нахуй ты, что матом ругаешься, мама посмотрит, блядь, что за хуйня. Ты это записал? Да. Ну, расскажи. Мама говорит, что ты особенный? Мама говорит. Ладно, короче, в общем, мы напечатали все. Не короче, видно. Да, мы приехали в АДС в Димасику, чтобы посмотреть на образцы материалов, в котором можно заклеить машину. Значит, у нас текстура сделана специально для Макса, бороды. Практически из его бороды. Должно быть супер реалистично. Но в любом случае у нас машина гигантского размера, и мы понимаем прекрасно, что наши мощности производственные все равно не дадут прям вот такую картинку, как мы видим глазами. Но мы максимально приблизились к этому. А сейчас мы посмотрим макетик, как это выглядит. Ну и покажу так вот издалека рулон, который мы отпечатали. Погнали. Погнали, хуевое слово. Каким звуком запикивать твои маты? Можешь изобразить, и сразу монтажер вырежет. Давай, давай. Подожди, сейчас. Слушай, слушай. Подожди, три попытки будут. О! Ну тут, короче, как всегда, у нас полный пидорез. А ты матом говоришь на своем этом кунале? Ты че, ебнулся? Нет, конечно. Не, ну серьезно, нету матового? Так, найти еще, я, видишь, не готов был нахуй. Где-то здесь, может быть? Нет, там
точно нет. Я нашел, Макс, я нашел. Блять, я нашел. Пойдем. Не получается. Короче, давай на фоне серой стены тут более-менее хотя бы чуть-чуть. Пойдем хоть к тачке подойдем. Все, посмотрели. А что, нету штучки такой? Это глянет, все идет сторона. А это мат. Вот это типа жопа самая машина будет. Вот это идет середина машины. И потом темные цвета пошли. Здесь у нас, по сути, отпечатано две стороны без капота и без крыши. Мы будем по схеме делать форзы, потому что надо понять, как скалаться это дело будет. Ох, я буду рвать. Вот здесь нормально пропечатано, смотри. Да, это градиентная часть, давай расставим. Чуть-чуть хотя бы. Ну, мы здесь видим чисто центральную часть. Здесь... Питер, видел в Санкт-Петербурге на мастере, да. А и что? Замерли, бля. А мотайте без остановки, да. Не останавливаемся, ребятки. Слушай, ну это охуенно вообще, блядь. Димас, что по времени? Пол пятого. Леопард у меня будет, да? Черным потеряется, да? Зато он всегда, когда будет наполированный, помытый, сразу будет видно. Наполированный, как киска моей подруги. Надо обсудить гонорар. Очень дорого. Я думал сделать... Ну, ремни можно леопардовые сделать. И вставки замшевые поменять на сиденье. Ну, ты что? Давай ставим хотя бы, чтобы это можно было что-то поменять. Можете просто накидку леопардовую сюда, шкуру ремни покинуть и все. А ремни леопардовые есть, ты уверен? Найдем. Такая же ткань, только на нее нанесен принт. А, нифига себе. Ну, поменяйте, да, 4 ремня, 4 ремня. Нравится машина? Очень. Лучшая машина в жизни. Пока. Фары, все броня, да? Да. Пороги полностью затяните вообще. Все будет. А что, шансы есть, чтобы покрасить наш футбол? Да, конечно. Какой ты размер? Большой. Цель, наверное. Эль, цель. Ты как пошел? Дерьмо, блядь, тысячи. Пойдем. Где? Голодный, что ли? Пиздец. Спасибо, борода, Джей. Это самая большая у тебя? Димас, будешь деньги поделить вам? Я! Ну что, давай, погнали. Нормально было, да? Макс. Все, через сколько? Сколько это времени? 5 уже. Да? Короче, ориентировочно через неделю вернемся к ребятам. Все, ладно, пока. Итак, ребятки. С вами были мы в АДС, машинку оставили, образцы пленок посмотрели, выбрали матовый материал. В общем, я максимально доволен, очень хочу быстрее посмотреть, как это все вживую будет смотреться. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь, а я погнал, жахну на своем малыше. Action. На самом деле трудного ничего нету. Если понимать, что делать, то как бы вообще все изи. То ли как там это?
Короче, хардкорчик там еще, ну, молодец, понятно. Витя, let's go, Борис. Снимай его, Лёх, как он выходит. Бля, мог бы руку дать, Пойдем, заебем кого-нибудь. Чё ты волосы рвёшь себе там, да? Где моя машина? А? Где моя синяя машина? Давай. Бля, рамки почему мои скрутили? Пока привет. Здорово. Пока? Все. Пока? Тебя, на тебя уволили. Есть. Это машина, блядь. Охуенно то, что, ну, две противоположности. Знаете, знаешь, какие противоположности эти? Макс, борода. Четко, да? Как мапа. Скам. Скам. О, и лого, да? Смотри, какой лого охуительный получился. Офигенный, вернее. Смотри, морда почти черная, так, да, скажем, в целом? Да, да. Злостно. Я бы, конечно, наверное, бы все-таки оставил первый наш макет с цветными, яркими. Это розовый картинками. Голубой. Да. Не, я офигенно доволен, потому что этот. И я, короче, от яркого к темному. И я же хотел сказать к серьезному. Барс. Черный барс. Вот, туда это тоже место надо, видишь, да? Да, не хватает десуль, да. Конечно. А видал здесь, замутили, смотри. Санкт-Петербург. Мосты. Васьки, шмаски. Все ништяк. О, жопа затонировали еще. О, тут срач, как обычно. А шумку мутилишь, да? О! Шумоизоляция, музычка сейчас не будет по-другому. А теперь надо поехать по городу, посмотреть, да, как это. Телочка привлекает внимание. Смотреть. Тебя показать. Да. Огонь смотрится как. Офигенно мне нравится все, что жопа прям веселая, бодрая. А рожа такая, чуть посерьезнее. То, что ты изначально предлагал, это чересчур петушное. Есть косячок, пацаны. Вот, посмотри, сними вот так внутри. Денег не дам. Брат, ну этот вот супер благородный синий цвет. И что делать? Ну, тут единственный вариант. Черным? Мы, да, заклеили черным. Не успели, честно. Это не то, чтобы косяк, это немножечко. Это же недоделочка, которая требует большого внимания. Лучше бы узбеков поклевать. Опа, ножик с тобой. Больше не буду базарить крепко. Итак, Димасику, ребятам огромное спасибо. Нюансы, да, в виде вот синих проемов, это мы договорились, сделаем через неделю. На ТО. Результат полностью меня устроил. Машина получилась и серьезная, и несерьезная. Хотя, блядь, какой леопард серьезный, да. Не сильно яркая спереди, да, и очень яркая сзади. Да, да, накидайте, что лучше, что хуже. Очень интересно ваше мнение. На самом похуй деле. Правда, что думаю. Короче, мы поехали. Соберем сейчас лайки по городу, посмотрим. Либо помидоры, блядь. Сиськи показывать не будем, да, Да я могу вообще легко. Ну теперь пизда. Ну все, салям алейкум. Блин, вот чувак решился. Розовый джили, да? Ребята, делайте только настоящие брутальные автомобили. Как можно. Интересно, быстрее начал ехать на леопардах, да?
сидя в салоне вообще не видно, да, что машина яркая. На борца темнее. Впереди хоть синий цвет был. Уа, как я соскучился за своей машиной. Поездил неделю на Абарте, чуть попутал. Приходилось смотреть опять на покрытие дороги. А сейчас можно этого не делать. Поедем в центр города. Поспрашаем народ, что кто кубатует по поводу леопарда нашел. А можно минутку внимания ваше? Что думаете об оклейке, о цвете, выборе этого автомобиля? Ну, наверное, для такой модели это подходит. Почему? Ну, в этом есть что-то агрессивное такое. И сама машина немножко агрессивнее. Может быть, поэтому... Так... Понял, спасибо вам большое. А это вы вот на наклейке? Да. Похоже. Спасибо. Вот машину забрендировали, не сильно ли она там вульгарно смотрится или плохо? Не-не-не, хорошо смотрится. Она не сильно бросается, не слишком там вызывающая. И яркая, и не яркая. И не блеклая, да, то есть именно соблюдено все. Значит, добились, да, того, чего хотели. Да, обратил внимание, думаю, сейчас на такая пойду посмотрю. Вы вот большой, здоровый мужик, как считаете, для брендированного автомобиля, для пикап-центра, вот мы продаем машины новые. Вот парни говорят, вульгарно чуть-чуть или что-то. Они дебилы. Дебилы? Ну, конечно. Мы или они? Машина должна быть большая и могучая. Не-не, я про расклейку. Изумительно. Честно, да? Ну, если она через год отлетит. Ну, это не наш. Да. Я у нас гарантия 2 года на пленку. А, не, вот это мы через... Вот, через кембрики поставите? Это через неделю после этого. Короче, ТО будет на пленке, угу. Все доработают, да. Сейчас за неделю все трясется, и это все заклеит. Нет, хорошо. Прям, ну, спасибо это большое. Стоит того. Хорошего дня. Жду комментариев. Конкурс состоится, если будет больше 20 комментариев от разных людей. Сколько по стоимости мне обошелся весь дизайн-проект с оклейкой, со всеми делами. 10 тысяч рублей получит на карту. Тот, кто поймает плюс-минус 5 тысяч рублей. Все, взяли интервью. Здесь у нескольких людей. Что-то в Питере все грустные, блин. Вчера Сочи прилетел. Вообще, такой колорит просто, блин. Тут как будто кусаться все хотят. Итак, ребят, забрал свою машину с АДС. Результатом доволен. Получилось очень колоритно. Серьезно, наверное, к леопарду не применить слово. Но почему леопард, я не знаю. А, потому что я в ДЛТ померил леопардовое пальто и посчитал, что оно мне очень идет. Постарались как бы собрать немного серьезных цветов и немного разгильдяйских. Да, это жопа машины. Ярко, от яркого к темному. Но все получилось, какие-то нюансики есть. Это мы устраним через неделю на ТО по пленке. Я жду свои 20-е диски. Кованые двухсоставные. Жду тормоза от наших партнеров HP. Можно немного пробежаться, покажу вам, что и где находится. Здесь у нас серый леопард. Изобразили логотип пикап-центра моего. В общем, машина с найт-пакетом смотрится очень гармонично. Здесь у нас зеркальная наклейка Макс Бородана и наш YouTube-канал, на который обязательно подпишитесь и набросайте лойсов. Черные колесики будут скоро, не черные. Здесь пикап-центр Макса Бороды, надпись. Серо-бело-желтая, якобы баллончиком нанесли 2 полоски. Здесь у нас картины достопримечательности Санкт-Петербурга. И здесь идет переход в более яркую часть. Здесь тоже наш логотип большой. И здесь уже пошел заряд энергии, позитива. Вот, и соответственно, на ТО мы будем удалять синие моментики, то есть будем оклеивать черной пленкой, потому что машина изначально в ярко-синем цвете гидроблю. Собственно говоря, вот такой результат. А еще думаю, что сделать с насадками, как считаете? Насадки Борла хромированные, трубы в смысле, покрасить в черный, в другой цвет или оставить в хроме? Что-то я поначалу думал перекрасить, а сейчас думаю оставить. Что-то выделяется. Также на задние стекла зафигачили лого пикап-центра и лого YouTube-канала. Мне очень понравилось, напишите, понравилось ли вам, подпишитесь в комментарии. Сжиганием дальше.